какой дом способен в полной мере выразить индивидуальность хозяина. Он должен отвечать самым взыскательным требованиям. Сочетать удобство городского жилья, экологическую чистоту загородной усадьбы и достойное окружение. Предлагаем вашему вниманию резиденцию в садах Майендорф. Этот элитный поселок по праву считается бриллиантом в ожерелье Рублевки. Раскинувшись всего в 6 километрах от Москвы, на месте бывшего санатория «Барвиха», он является излюбленным местом отдыха самых влиятельных персон России. А развитая инфраструктура и обилие учреждений различного назначения только подтверждают элитный статус поселка. Двухэтажный особняк площадью 2500 квадратных метров выполнен в авторском стиле, развивающем современные мировые тенденции загородной архитектуры. Объем, свет и пространство предоставляют обширное поле для реализации собственных представлений будущих хозяев об идеальном доме. По вашему желанию, в особняке можно разместить кинотеатр, сауну, винный погреб, тренажерный зал и бильярдную. На первом этаже обустроить гостиную и буфетную, комнату для приемов, бассейн, зимний сад, гараж на 2 автомобиля и помещение для охраны. На втором этаже 4 спальни, студию и 2 игровых комнаты. Высочайшее качество строительных и отделочных работ дает возможность проявить свою индивидуальность и самостоятельно определить не только дизайн и планировку интерьеров дома, но и его назначение. Прекрасный панорамный вид и неспешность комфортной жизни вдохновляют на созидание в любом его проявлении. Дом вполне может стать великолепным салоном для бомонда. Близость к Москве, развитая инфраструктура, соседство с экономической и политической элитой страны предоставляют выгодную возможность для открытия здесь презентабельной штаб-квартиры солидной компании. Расслабленная, уютная атмосфера исторического наследия – идеальное место для респектабельной загородной резиденции. И все это вместе может стать воплощением мечты о настоящем родовом имении, надежном и уютном для каждого члена семьи. Выбирая достойную резиденцию, определяя ее точное назначение и даже стиль внутреннего убранства, хозяин выражает свою индивидуальность и дарит свой особенный характер дому, который будет передаваться из поколения в поколение. Резиденция «Сады Майендорф» – индивидуальный стиль для самого взыскательного хозяина.